И всем здорова, дорогие друзья, с вами я, канал Лёха, меня так зовут, и сегодня мы поиграем в такую замечательную игру, там, где нас пытается убить какая-то плюшевая игрушка. Ну ладно, погнали. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оу, что за звуки? 20 декабря 1998 год. Пять дней до Рождества. Задача. Открой свой рождественский подарок заранее. Ну ладно. Это наши фотки, я так понял. Так. Ага. Нам надо найти свой подарок. Это я как понял, что-то мы или не мы. О, я могу прыгать. Так, и где наш подарок? Мы стали возле елки. Где наш подарок? Зачем такие звуки делать? Вы что? Разрабы. А где наш реальный подарок? Да, пофиг, услышат, как усы. Где реальный наш подарок? Я как понял, наш подарок это вот та игрушка должна быть. И мы походу малыши такие, сравнение с этой полочкой, мы слишком маленькие еще. Я думал, это подарок, я думаю. О, подвал. Вы сейчас скажите, совет, обрати внимание на желтые значки в правом верхнем углу, это детекторы шума, это я уже знаю. Как бы посмотреть? Не знаю, мы туда идем или нет, но мне кажется, не туда. Хотя родители наши могли и здесь подарки спрятать. Хотя это же Дедушка Мороз. Блин, не могу я найти ваш подарок. Может это? Да нет, вроде. Вот он! Я нашел подарок. Это он, да? А, откройте! А, надо зажать. О! И какой миляшка. Я люблю тебя. Заряд, голод, уход. Задача. Он ест по-настоящему. Возьми немного еды из холодильника этажем выше. А там что за подарок? Ладно, побежали. Я люблю тебя. Следи за потребности с помощью трех полосок влево. Блин, ну жрать хочет, пипец. Давай сюда, вкусняшки. Давай сюда, вкусняшки. Да сейчас тебе дам, подожди. Давай сюда, вкусняшки. Давай сюда, вкусняшки. Давай сюда, вкусняшки. Холодильник здесь должен быть, это кухня. Давай сюда, вкусняшки. Расчеши шерстку, используя лишь шащую в гостиную расческу, чтобы расчесать. Так, нам в гостиную. Это я. Гостиная. Это где? Где расческа? Это... Задача запакуй датлера обратно. Устал. Ладно, пошли тебя обратно запакуем. А свет! Я что, без света пойду по-вашему? Вы что вообще? Я без света не хочу туда идти. Слабый свет. Ладно, пойду без света. У меня фонарика даже нет. Здесь темно. Я знаю, что здесь темно. Так заряд у тебя нормально, ты что? Что я что-то? Ага. Пожеванный собачий корм. Найди на
яйцо, 2, всего собрано 1 из 22. Окей. Запечатываем тебя обратно. Ложись в кровать, окей. Я сейчас туда иду. Да, вот этот коврик, я его помню. Совет, не отвечайте на телефонный звонок. Окей. А что там дверь открыта? Я, кстати, слышал, как он смеялся. Вы тоже слышали? Ладно, я пойду спать. Лежь спать, зажми кнопку. Загрузка. Мы легли спать и нас не убили. Ура! 21 декабря 1998 года. 4 дня до Рождества. Задача. Разыщи то, что издает шум. Мне страшно. Свет. Можешь свет включить? Почему ты свет не включаешь? Тебе что, без света вообще не страшно или что? Я тебя не понимаю. Хотя бы фонарик взял бы. Мне кажется, это в подвале, да? Господи. Что это? Чё здесь так светло, алё? Ё-моё. Это в подвале, по-любому. Это он в подвале. Главное, о, свет нормальный. Главное, не обосраться. Если его там не будет, то это жопа, если честно. Извините за слова, но реально. Ой, здесь темно. А где он? А его нету. Его нету! Что это там? Его нету. Родители, зачем вы мне такую игрушку купили? Или Дед Мороз вообще? Без разницы. Зачем? Или вы специально хотели от меня избавиться? Я что-то не понял. От нашего главного героя, как понял. А, это... Он, походу, в стиралке. А, ты отключи стиралку. Что ты здесь делаешь? Заряд. Задача. В комплекте имеется зарядное устройство. Пожалуйста, зарядите Татлейна. Или как его зовут? Короче, игра Татлейн. Где зарядка? А зарядки-то нету. Где зарядка? А где зарядку возьму? Ее нет. Где? Где? Вот. Где зарядка? Я не знаю, где зарядка. А, вот она. Зря ты это делаешь. Задача. Да, давай немного повеселимся. Найди в подвале вазу, чтобы поиграть с ней. Не самый лучший вариант. В подвале надо найти вазу. Блин, окей. Давай сыграем в игру. А давай нет! Задача! Возьми фонарик! Окей. Совет, тряси фонарик правой кнопкой мыши 5 раз. 4, 5. Все нормально. Что ты натворил? Ладно, тебя можно выключить. Выключайся! Некоторые события заставляют фонарик гонуться в этих... А, короче, понял.
Яичко. Ага, второе яичко, короче, картошка фри. Короче, второе яйцо из 221 или 22? 22, по-моему, найдено. Запакуй, тоннель обратно. Не играть со мной, ой, очень здесь это вот я, что за фигня? Ага, задача, ложись в кровать, ура. Снова спать! Чисто все. Я не буду отвечать. Мне в прошлый раз сказали не отвечать, и вот это я не буду отвечать. Вы слышали, кто-то дверь стучался? Ну вас нафиг. А я что, один дома? Родителей нету? Маленький ребенок, где-то 3 года, может 4, может 5 лет. Чего вы его одного оставляете? 22 декабря 1998 года, 3 дня до Рождества. И снова ночь, да? А задача, возьми фонарик. Чё снова? А, ещё источник шума. Ну это, по-моему, наша игрушка, по-любому. Мне страшно, если сейчас ощутить. Чтобы вы поймали, я сейчас один дома. Мои родители сейчас на работе. Я один дома сейчас играю в это говно. Мне сейчас не страшно. Не прям страшно, потому что это не со мной происходит. Если бы это со мной происходило, я бы, наверное, обосрался по полной. Хотя мне не 5 лет. А скоро 12. Так что... Да хватит звуки эти добавлять. Фонарь, ты что, офигел? Бегать не советуется. Ты что, снова в стиралке? Пацаны, в стиралку лучше не лезть. Я вам советую. Я вам очень сильно посоветую в стиралку не лезть. Кое-что с вами может стать. Вам лучше не знать. Если что, эта фраза из прошлой игры будет сейчас подсказка, наверное. Это из прошлой игры фраза, где мы проходили первую главу военкомата. Где? Яичко! Так, это третье уже яичко. Волос куклы, найдено яйцо. Так, это волос куклы, ну ладно. Хватит! Блин, соседи. Дождливый жук. Сломанный фломастер. Потерянная стенка. Это он? По-моему, это уже отриженный ноготь. По-моему, уже другая игрушка, но такая же. Ты что, дурак? Кассета. Дети думали, что мама не сможет найти их, пока они были вне поля ее зрения. Следующая страница. Но это не мешало маме слышать детей. Топот их маленьких ножек приводил маму прямо к ним. Ну, нафиг. Следующая страница. Найдите Татлейла наверху. Давайте его будем называть Бобом. Боб! Я иду за тобой! Боб, я иду за тобой! Ты что заржёшь, Ичи? Чё ты ржёшь, алё? Это он ржёт, да? А что он делает наверху вообще? Блин, аж звуки стоят. Блин, он близко. Хе-хе-хе-хе-хе.
Что ты здесь делаешь? Отнесите, отнеси меня к мамочке. Мамочке это куда? К тому, к той штуке? Короче, в подвал, да? Я обожаю играть с тобой. А я нет. Что здесь происходит? Я Тотлтейл, я люблю тебя. Где твоя мамочка? Может так назвать? Запакуйте Тотлтейла обратно. А, кстати, здесь была, это походу его мама была. Он устал. Ну ладно, пошли. То его была мама, которую нам которую мы в кассету ставили. Задача, убери бардак за Бобом. Короче. Что он сделал? А, наверху, наверное, да? Подожди. Надо здесь проверить. О, яичко. Кетчуп. Мне кажется, это не кетчуп, а кое-что другое. Ну ладно. Ага, мы уже 8 собрали. Или сколько там? 4? Я не знаю. Где надо убраться? В его комнате или что? Может, наверху? Наверное, наверху. О! Маму можно распознать по крышту, когда она рядом притихнет. Если мама пошутила, отойдите и встряхни его снова. Я отошел. Мама его там. Он там, я видел его. Он там. Позаботится о тебе. Помогите. А! Я, если честно, не испугался. Нет, конечно, я испугался, но не сильно. Бери бардак за татами. Надо пользоваться советом. Вот, оно там. Короче, сейчас, когда мы с этой мамашей расправимся, будем заканчивать серию, потому что уже почти 20 минут. Не буду я идти к тебе. Ты не моя мама. Что было? Свет что ли восстановился? А если мама пошутила в фонарь, то иди. А. Мама нападает тогда, когда ты только шумишь. Окей. Так. Задача, ложись спать. И на этом мы будем заканчивать. Иди нафиг, я тебе не буду отвечать. Нам в начале игры совет дали. Не отвечать. Загрузка. 23 декабря 1998 года. Два дня до Рождества. Знаю, кто разговаривает на улице. Ладно, пошлите. Хотя нет, давайте закончим на этом. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.